гиперболической системы, которая удовлетворяет условия строгой гиперболичности по Петровскому. Это означает, что если мы рассмотрим вот эту самую старшую однородную степень m, часть этой матрицы по переменным pp0, значит, это многочлен степени m однородной. Ну и если мы напишем характеристическое уравнение, которое выглядит так... Все корни этого уравнения при p отличных от нуля различны. Значит, эти корни я буду обозначать через a сжитое. Это функции от x, p и t. Ну и предполагается, что при p неравном нулю все эти функции гладкие. И более того, выполнено вот это условие Петровского, которое выглядит таким вот образом. Вот, ну вот, значит, рассмотрим такую гиперболическую систему, и для этой гиперболической системы напишем задачу Каши, ну, более-менее произвольную, такую, что начальное условие локализовано вблизи какого-то множества положительной коразмерности в пространстве Рн, ну, то есть либо в окрестности точки, либо в окрестности кривой какой-нибудь, либо в окрестности поверхности, ну, так что размерность этой поверхности строго меньше, чем n. Значит, мне будет удобнее говорить не о распределениях, которые сидят на этих поверхностях, а об асимптотиках решения этих уравнений. Ну, то есть я буду считать, что, значит, начальное условие зависит от малого параметра эпсилон и выглядит таким вот образом. Ну, а все производные, там, начиная с первой и до нужного порядка, они пускай все равны нулю. Это, конечно, совершенно не важно. Вот. Ну вот, значит, эпсилон – это параметр, который стремится к нулю, а функция у ноль вот по этим быстрым переменным быстро убывает. Она стремится к нулю быстрее любой степени. Ну и вот, так сказать, асимптотический носитель начального условия, то есть то множество, вблизи которого это решение существенно отлично от нуля, а в остальных точках оно бывает при эпсилон, стремящемся к нулю быстрее любой степени. Это множество, которое задается уравнением φ0 от x равно нулю. Давайте я его обозначу через m0. Ну и я буду считать, что это некоторая регулярная поверхность размерности там какой-нибудь s. Значит, ну вот s должно быть строго меньше, чем n. Феноль – это функция, конечно, может быть векторная, но вот, значит, размерность этой векторной функции равна размерности этой поверхности. Вот. Ну, в частности, если феноль – это n-мерная векторная функция, то вот это начальное условие сидит в одной точке, вот, но или, значит, на кривой, или на поверхности. Вот. Ну и вопрос стоит в том, что происходит с таким локализованным начальным условием со временем. Значит, как устроена... Ну, предел при эпсилон, стремящемся к нулю, решение вот такой вот задачи Каши для гиперболической системы с таким условием. Значит, этот вопрос изучался в литературе достаточно давно. Ну вот в более-менее такой постановке, насколько мне известно, первая работа – это работа 89 года Маслова и Федорюка. Ну, там изучался частный случай этой задачи. Вот эта функция φ0 была экспонентой, сосредоточенной в одной точке, такой экспонентой типа той, которая встречается в интегралах Лапласа. Вот. А сама система была системой с постоянными коэффициентами. Ну и тогда ответ можно написать в виде формулы Герглоца-Петровского. И вот, анализируя эти самые формулы Герглоца-Петровского, Маслов и Федорюк вычислили логарифмическую асимптотику. Решение при эпсилон, стремящемся к нулю. Ну, то есть, так сказать, фазу. Вот. Следующая после этого была наша совместная работа 91 года. Вот эта работа уже относилась к системам общего вида с переменными коэффициентами. Значит, это работа Сергея Юрьевича Доброхотова, Живандрова, Маслова. И моя.
Вот, ну, значит, там опять-таки мы изучали случай, когда это начальные условия вблизи одной точки локализованы, но система была уже с переменными коэффициентами. Ну и вот там был разработан такой метод, который позволял эту ситуацию изучать для произвольных систем с переменными коэффициентами. И метод состоит в следующем. Давайте мы рассмотрим эту систему гиперболическую и напишем для нее разложение разрешающего оператора по гладкости. Ну, то есть рассмотрим разрешающий оператор этой задачи Каши и напишем, разложим его в асимптотический ряд по операторам, повышающим гладкость. Но это делается более-менее стандартной техникой при помощи интегральных операторов Фурье. Вот мы это все проделаем, а потом применим этот ряд к начальному условию. Ну и легко сообразить, что если у нас оператор очень сильно повышает гладкость, то вот такое вот локализованное начальное условие он делает маленьким по параметру эпсилон. Это довольно простая оценка. Вот, собственно, на этом простом замечании оно, так сказать, в основе этой работы и лежало. Вот. Ну а дальше можно изучать, что получается, если мы конечную часть параметрикса применяем вот этого разрешающего оператора, самую негладкую часть применяем к начальному условию. Но там формулы сильно громоздкие получаются из-за того, что там интегральные операторы Фурье возникают, ну и тут вот есть фокальные точки. Вот. Но качественно картина, в общем, такая, как и ожидалось. Значит, нужно взять вот эту вот самую начальную поверхность, ну и, грубо говоря, двигать ее вдоль характеристик. Ну, то есть нужно посмотреть вот на эти корни характеристического уравнения, значит, написать соответствующие системы Гамильтона. Значит, x и p – это уже точка пространства размерности 2n. А дальше, значит, ну, в случае, если начальное условие сосредоточено в окрестности одной точки, ну, то есть если m0 – это точка, то значит, нужно характеристики, то есть траектории этой системы выпускать с начальными условиями такими, что x – это в начальный момент времени – это точка, а импульсы по модулю равны единице. Ну, то есть мы рассматриваем такую начальную поверхность размерности n-1, которая задается уравнениями x равно x0, а модуль p равно единице. Сферу в кокасательном пространстве в точке x0. Выпускаем из нее характеристики. Ну и вот, значит, решение вот этой задачи Каши, оно и будет локализовано в окрестности поверхностей, которые получаются сдвигом вдоль этих характеристик. Ну, давайте я поаккуратнее сформулирую этот результат. Ну, во-первых, значит, я определю, что такое асимптотический носитель решения этого задачи Каши. Значит, у нас решение задачи Каши – это функция, которая зависит от x, t и от эпсилон. Ну и определение. Множество n в евклидовом пространстве размерности n называется асимптотическим носителем этой самой функции u, если для любой точки x из Rn, которая не лежит в n, ну, имеется в виду, что находится от n на расстоянии, независимом от эпсилон. N само множество тоже от эпсилон не зависит. Функция u в этой точке имеет порядок эпсилон в степени n. Вот. Так вот, значит, теорема, которая была доказана в этой нашей старой работе 91 года, стояла в следующем. Значит, вот рассмотрим для случая точки вот эту вот сферу, сдвинем ее вдоль траектории системы Гамильтона и рассмотрим множество n, которое есть объединение по всем характеристикам, то есть по всем g проекций на пространство x-ов от сдвинутых за время t. Ну, gt – это поток вот этой системы Гамильтона, вот этой самой начальной сферы. Вот. Тогда утверждается, что вот это n – это и есть асимптотический носитель. Ну и картина такая довольно понятная. Значит, с изначальной точки со всеми импульсами, равными единице, во все стороны выпускаем характеристики. Значит, ну, кстати, замечание состоит в том, что при малых временах
вот это n является объединением поверхностей размерности n минус 1. Начальное условие в одной точке сидит, оно тут же расплывается на поверхность размерности n минус 1. Вот. Ну и сначала эти поверхности гладкие, а потом на них появляются, вообще говоря, особенности за счет фокусировки. Вот. Ну, вот я нарисую такую стандартную картинку, которая в размерности 2 имеется. Значит, самый простой пример такой строго гиперболической системы – это волновое уравнение. Ну вот для волнового уравнения в размерности 2 там можно более-менее явно все посчитать, но во всяком случае, если на компьютере посчитать траектории соответствующей системы Гамильтона, там все, ну, все довольно явно выражается. Значит, ну вот давайте рассмотрим волновое уравнение. Значит, в этом случае у нас корни характеристического уравнения их 2, и они плюс-минус c от xt на модуль p. Ну, про c нужно естественные условия предполагать, что это гладкая функция, строго положительная всюду, ну и пусть она равна константе вне какого-то компактного множества, чтобы не было никаких проблем. Вот. Ну и, значит, в этом случае картина будет такая. Ну вот в начальный момент времени асимптотический носитель – это точка, после этого эта точка расплывается в такую гладкую замкнутую кривую гомеоморфной окружности. Значит, ну и в этом случае при эпсилон, стремящемся к нулю, начальное условие само порядка единицы, а после того, как она расплылась, она стала порядка корня из эпсилона. Вот, ну вот во всех этих точках гладкой кривой. Ну а после этого на этой кривой появляются особенности, ну, такого стандартного вида. Вот. Ну и порядок по эпсилону, он вычисляется при рассмотрении соответствующих осцилляторных интегралов в точках этой кривой, в гладких точках этой кривой особенности, порядок особенности корень из эпсилон, а в этих точках это эпсилон в степени 1/3. Ну вот, значит, там есть еще момент, когда происходит просто один такой касп, когда он появляется, там в этот один момент времени порядок эпсилон в степени 1/4. Ну вот, значит, это вот было проделано в 91-м году, ну и вот асимптотический носитель, он, в общем, описывается, да, значит, я не сказал, что будет в случае, если начальное условие не в одной точке сосредоточено, а на поверхности. Ну, ситуация тогда похожая, но только, значит, нужно, значит, вот эти вот самые траектории этих систем Гамильтона не из одной точки выпускать, а из начальной поверхности, а единичные импульсы брать по нормали к этой поверхности. Ну, то есть, значит, вот это самое Q0, начальное множество, из которого выпускаются траектории, в случае, если начальные условия сосредоточены на поверхности, это Q0 выглядит так. Ну, вот x лежит на этой самой поверхности M0, вот, а нормальные к ней компоненты импульса, давайте я так это обозначу, они по модулю равны единице, а касательные равны нулю. Вот. Ну вот, а дальше все то же самое делается. Это Q0 двигается вдоль характеристик и получается асимптотический носитель начального условия. Ну вот. Значит, вот асимптотический носитель, он тем самым так более-менее описывается, более-менее явно. Ну а вот в этой работе формулы, которые само решение представляют, ну то есть вот этот профиль волны, который получается из уединенной волны, они были совсем неявные, потому что они выражались именно вот через параметрикс, через интегральный оператор Фурье. Формула была такая, вот надо было взять старшую часть этого самого параметрикса и применить к начальному условию. Вот. Ну вот там довольно такая, ну там многократный интеграл в этой формуле участвует там и так далее. Поэтому, значит, в дальнейшем вопрос стоял в том, как написать формулу для ответа. Ну вот носитель известен, а что происходит с самой функцией. Вот. Ну и, значит, здесь результаты, которые, вот, про которые я в дальнейшем скажу, они основаны на самом деле тоже на очень простом замечании. Я даже не берусь сказать, в каком месте это замечание впервые появилось. Замечание такое. Вот давайте рассмотрим сначала для простоты вот эту самую функцию начальную, которая сосредоточена в одной точке. Ну тогда я могу ее записать в таком виде. Прошу прощения, тут тряпки нет, да? Я могу записать ее в таком виде.
Вот, значит, x0 – это точка сосредоточена, а у 0 функция по своей переменной быстро убывающая. Вот. Ну вот это, значит, такая локализованная в одной точке функция. Ну и давайте напишем разложение этой функции в интеграл Фурье. Тогда это будет интеграл по n-мерному пространству. От преобразования Фурье этой функции вот так вот в виде. Вот. Ну а дальше, ну вот такое очевидное замечание стоит в том, что вот, это вот этот интеграл, который тут написан, представляет из себя простейший вариант того, что называется канонический оператор Маслова. Значит, это канонический оператор Маслова на вертикальной лагранжевой поверхности. Значит, давайте я напишу, как это дело выглядит. Значит, это будет эпсилон, деленное на 2π в степени n пополам. Вот, k – это канонический оператор Маслова, а лямбда 0 – это поверхность в пространстве размерности, 2n, которая просто вертикальная, x равно x0, а p – любые. Вот. Значит, ну вот, и вот это простое замечание, оно говорит о том, что ну вот в таком же виде, в виде канонического оператора, можно пытаться строить решение. Собственно говоря, вот эта конструкция Маслова канонического оператора, она тем и хороша, что если начальные условия для там, псевдодифференциальных уравнений в виде этой конструкции представляются, то тогда старшая часть асимптотики тоже в виде этого самого канонического оператора представляется. Но только нужно взять это лагранжевое многообразие на лагранжевую поверхность и дальше двигать его вдоль характеристик. Вот, ну вот, значит, в этот момент я еще одно замечание хочу сделать. Значит, ну вот во всей этой теории Маслова канонического оператора, там речь идет о лагранжевых поверхностях, это поверхности половинной размерности, размерности n в фазовом пространстве, в пространстве размерности 2n. Значит, те поверхности, о которых шла речь до сих пор, ну вот асимптотический носитель это проекция вот такой вот поверхности, ZQ0. А ZQ0 – это поверхность размерности n-1 всегда, вне зависимости от того, где сосредоточены начальные условия. Значит, мы берем иксы вдоль этой поверхности и единичные импульсы поперек. Так что всегда получается поверхность размерности n-1. Так что эта поверхность, ну вот, вот эти поверхности ZQ0 – это изотропные, но не лагранжевые поверхности. Поэтому, как бы, ну, так сказать, геометрический вопрос, который тут возникает, он такой. Ну вот, значит, с решением этой задачи Каши должны быть связаны какие-то лагранжевые поверхности. Значит, эти лагранжевые поверхности все должны проходить через эти изотропные. Ну, как соорудить эти лагранжевые поверхности, какие естественные лагранжевые поверхности тут есть, это как-то изначально не ясно. Вот, ну вот, ну и после того, как, значит, вот это вот замечание сделано, ну, хочется сказать, что давайте мы и ответ будем в таком же виде представлять. Возьмем вот эту вертикальную плоскость, будем двигать его вдоль характеристик, напишем на полученной лагранжевой поверхности канонический оператор, под канонический оператор поставим какую-то функцию, и эта функция вроде как должна находиться из уравнений. Ну, и, к сожалению, тут возникает главный момент, который состоит в том, что ну вот, значит, вот эта лагранжевая поверхность вертикальная, она содержит начало координат, содержит точку p равную нулю, а в начале координат у нас все не гладкое. Но я имею в виду, что характеристики, они не гладкие при p равном нулю. Ну вот даже для волнового уравнения, как тут было написано, вот эти самые гамильтонианы, они модуль p. Вот. Ну и это приводит сразу к тому, что впрямую такую вот конструкцию применить нельзя. Там получаются функции с особенностями, которые не имеют никакого отношения к настоящему решению. Вот. Ну вот и дальнейшие работы, про которые я скажу, они, в общем, призваны вот эту особенность при p равном нулю так или иначе нивелировать. Значит, ну вот, как видно из этого простого замечания, ну или, так сказать, как естественно заключить из этого простого замечания, нивелировать эту особенность теоретически можно двумя способами. Можно модифицировать начальную лагранжевую поверхность, ну так, чтобы она проходила через ту же самую изотропную Q0. Вот. А можно попытаться как-то модифицировать конструкцию канонического оператора так, чтобы он спокойно обходился, ну, каким-то образом убирал из своего рассмотрения вот эти точки, которые находятся в начале координат, ну или там вблизи начала координат. Ну и вот мы и то сделали.
Ну и я сначала скажу, каким образом начальную лагранжевую поверхность, ну и дальнейшую лагранжевую поверхность тоже вот можно модифицировать. Значит, ну эта конструкция была предложена в нашей работе с Сергеем Юрьевичем Доброхотовым, и конструкция такая. Значит, давайте я опять сначала буду считать, что у меня начальное условие локализовано в окрестности одной точки. Значит, эта точка у меня x0. Вот. Ну и я напомню, что тогда асимптотический носитель решения получается так. Я характеристики выпускаю из поверхности, которая есть сфера в кокасательном пространстве. Значит, она задается, вот она Q0 у меня обозначалась, она задается уравнениями x равно x0 и модуль p равняется единице. Вот. Ну вот через эту Q0 надо провести правильным образом лагранжевую поверхность, при этом, ну, по возможности сделать так, чтобы она не проходила через начало координат, ну то есть через точки, в которых p равно нулю, точнее говоря, не через начало координат, а через нулевое сечение, если R2N как кокасательное расслоение рассматривать. Ну вот, ну и значит, вот у нас с Сергеем Юрьевичем была предложена лагранжевая поверхность следующая. А, ну модуль p у нас по-прежнему был равен единице, а x это был x0 плюс tau p. Ну tau это параметр. Вот. Ну вот, значит, вот эта поверхность размерности, вот эта поверхность размерности n. Вот. И, значит, простое утверждение, которое мы в этой работе доказали, стоит в следующем. Значит, если мы рассмотрим начальную функцию такую, можно выразить через канонический оператор Маслова на этой самой лагранжевой поверхности. А, ну, это будет... такая вот вещь. Вот, значит, ну это... Вот тут вот k это по-прежнему канонический оператор Маслова. Канонический оператор Маслова это асимптотическая конструкция, которая содержит параметр эпсилон. Тут вот этот эпсилон делится еще на ρ, который переменное интегрирование. Вот. Ну вот, значит, и вот, вот таким вот образом представляется вот такая функция. Значит, это, вот этот факт, это, так сказать, чистый анализ просто. Вот функцию можно представить в таком виде. Вот, где лямбда 0, вот такая лагранжевая поверхность. Но дальше из этого самого факта анализа сразу вытекает обстоятельство, которое применимо к этим гиперболическим системам. Значит, решение гиперболических систем тоже можно представить в таком виде. Тут не в чистом виде канонический оператор пишется, а канонический оператор интегрированный еще. Интегрированный по некоторой вспомогательной переменной ρ. Вот. Ну и вот к гиперболическим системам это было применено в нашей совместной работе с Доброхотовым и Анной Ивановной Аллилуевой. И там, значит, формула вот более-менее в таком же виде и была написана. Ну, давайте я, так сказать, ее без деталей напишу. Значит, теорема стояла в том, что если мы рассмотрим решение исходной задачи, ну, вот эту вот гиперболическую систему, то, значит, ее можно представить, ну, в таком же виде, как было там написано. Значит, это там сумма по G, это сумма по всем характеристикам, по всем характеристическим корням. Значит, тут эпсилон на 2π в степени n минус 1 пополам умножить на интеграл от нуля до бесконечности канонический оператор Маслова на соответствующих лагранжевых поверхностях. Ну, а тут стоят функции fg-t. Ну, а следующие слагаемые, не меньше по порядку. Вот. Ну, дайте я аккуратно напишу. Вот. Ну вот, а значит, лямбда житая лагранжевой поверхности получается сдвигом вдоль характеристик из вот этого самого лямбда 0, который был написан. Вот. Ну и функции fg-t, которые здесь стоят под знаком канонического оператора, они вычисляются там из уравнений переноса. В общем, это довольно явные формулы.
Значит, фактически они устроены следующим образом. Нужно взять просто вот эту начальную функцию, как функцию на лагранжевой поверхности лямбда 0, и вдоль характеристик ее сдвинуть. Но там еще появляется некоторый множитель, который зависит от времени. При сдвиге вдоль характеристик она умножается на множитель, который явно выражается через интеграл вдоль характеристик. В общем, формула достаточно явная. Но она довольно длинная, но явная. Ну вот. Ну и, как я уже говорил, вторая мысль состоит в том, что можно лагранжевое многообразие не модифицировать. Ну или не... Да, значит, что будет, если начальное условие локализовано не в окрестности точки, а в окрестности поверхности какой-то размерности? Ну тут опять такая же ситуация. Значит, вот эта самая начальная лямбда 0 нужно брать следующим образом. Значит, вот... У нас имеется вот эта самая начальная поверхность, М0. Ну, давайте, значит, я координаты X разобью на координаты Y, которые будут координатами на М0, и координаты Z, которые будут по нормали к М0. Вот. Ну и дальше, значит, начальная лямбда 0, оно будет задаваться так. Ну, Y произвольная, то есть Y у меня бегают по М0, а... Значит, нормальные компоненты импульса равны единице, а значит, вот эти сами z, это есть pz, умножить на альфа. z житая, это альфа житая, pz житая. Ну вот. А касательные компоненты по y равны нулю. Вот, ну вот, ну и дальше, значит, ну более-менее в таком же виде можно представить ответ. Вот, значит, теперь я про вторую мысль хочу сказать. Значит, вторая мысль, она стояла в том, что можно на самом деле модифицировать не лагранжевую поверхность, а канонический оператор. Значит, это по некоторым причинам удобнее делать. Во-первых, потому что все-таки вот в этой формуле присутствует какой-то лишний интеграл от канонического оператора. Но так по виду это не очень страшно. На самом деле это доставляет некоторые технические трудности. Ну, потому что канонический оператор, он устроен как? Он дает асимптотику вот по этому параметру, эпсилон делить на ро. Вот. Но если писать ее достаточно далеко, то тут под интегралом ро будет возникать знаменатель, и с этим надо как-то бороться. Но с этим стандартным образом борется, там, вводя разные срезающие функции и так далее, но в принципе это как бы некоторые проблемы создает. Вот. Ну, а кроме того, так сказать, идеологически, но вот эта вот самая лагранжевая поверхность, которая проходит через начальный фронт, значит, через начальную поверхность Q0, она, в принципе, может и по-другому выбираться. Но, значит, этот выбор неоднозначный. Можно ее модифицировать, и формула тогда чуть модифицируется. Вот, ну вот, поэтому как-то, ну, так сказать, тут, ну в каком-то смысле неоднозначный выбор представления начального условия есть. Вот, так вот, значит, можно поступать по-другому. Можно саму начальную поверхность оставить вертикальной. Вот, но при этом модифицировать канонический оператор. Вот. Это было сделано в нашей работе с Владимиром Евгеньевичем Назайкинским, который в этом году вышел, в 18-м. Ну вот, и значит, мысль состоит в следующем. Значит, вот этот самый канонический оператор, мы напишем, используя однородность вот этого самого начальной поверхности лямбда 0. Но я напомню, что вот эта начальная поверхность лямбда 0 из нашего самого простого замечания, она была просто вертикальная. X равно X0, ну а P любые. Вот. Ну и это многообразие, оно однородно по P. Вот. Ну то есть если мы в пространстве R2N определим действие группы R+, значит, если лямбда у нас из R+, то xp переходит в x лямбда p, то относительно этого действия r плюс лямбда 0 инвариантно, так что, значит, если какая-то точка ему принадлежит, то и сдвинутые точки принадлежат тоже. Вот. Ну и вот, значит, наша конструкция с Назайкинским, она распространяет
канонический оператор Маслова на вот такие вот однородные многообразия. Причем, значит, этот самый результат применения этого канонического оператора сразу дает локализованные функции. Вот. Ну, я, наверное, одну только формулу напишу, потому что все-таки она основана на некоторых деталях конструкции канонического оператора. Для этого я одну из этих деталей все-таки в двух словах напомню. Значит, если у нас имеется стандартный канонический оператор Маслова К, то он устроен как? Значит, вот у нас есть лагранжевая поверхность лямбда, и в окрестности произвольной точки лагранжевой поверхности на ней имеются канонические координаты. Это значит, что в качестве координат мы можем взять часть иксов, а часть импульсов. Ну вот обычно это обозначается так, икс и по и с чертой. Значит, и это некоторое подмножество в множестве индексов единицы до n. Ну а и с чертой это дополнительное к нему множество. Ну и вот канонический оператор, он основан на преобразовании Фурье вот по этим переменным по и с чертой. И он выглядит следующим образом. Значит, это... единица делить. Вот. Ну вот он выглядит примерно так. Вот эта вот функция, это, так сказать, то, что называется ВКБ-элемент обычно, вот, и обратное преобразование Фурье по переменным по и с чертой. К – это размерность вот этого множества, ну, число элементов в множестве и с чертой. Значит, S – это производящая функция лагранжевого многообразия, записанная вот в этих самых координатах, x и по и с чертой. Ну вот, так вот, значит, вместо этой формулы в нашей работе с Владимиром Евгеньевичем формула фигурирует такая – значит, мы применяем этот канонический оператор к локализованным функциям. Значит, для этого мы рассматриваем однородное, значит, лямбда – это однородная лагранжевая поверхность. Локализованная функция – это функция f от тау альфа, где альфа принадлежит лямбда, а по тау функция f достаточно быстро убывает. И функция f тоже предполагается однородной. Ну вот, ну и формула будет выглядеть вот таким образом. Сейчас я напишу. Да, f однородная по совокупности степени. Омега – это стандартная формула ρ. Вот, значит, мю – это форма объема, значит, канонический оператор еще зависит от того, как фиксировать форму объема на лагранжевой поверхности. А вот оператор r, который действует на нашу функцию f, он выглядит вот. Вот, ну вот тут модули и знак оператора минус и d по dt определяется стандартным образом, как псевдодифференциальные операторы. Ну вот, значит, ну и
Дальше мы доказали, что просто если у нас имеется функция, локализованная в окрестности произвольной поверхности, то эту функцию, локализованную в окрестности произвольной поверхности, можно представить в виде такого канонического оператора Маслова на конормальном расслоении к этой поверхности. Конормальное расслоение – это однородная лагранжевая поверхность, вот ее и нужно тут брать. Но в частном случае, если начальная функция локализована в одной точке, то просто вот у нас и получается эта самая вертикальная лагранжевая поверхность лямбда 0. Вот. Ну и дальше при помощи этой конструкции можно написать ответ для произвольной строго гиперболической системы в виде такого модифицированного канонического оператора Маслова, который применен как с однородной лагранжевой поверхности, которая получается сдвигом начальной вдоль характеристик. Характеристики все – это однородные функции по переменным p, поэтому при сдвиге вдоль характеристик этой самой лагранжевой поверхности она остается однородной. Вот, ну вот, ну значит, вот это как бы общие результаты, которые в этом направлении были. Я хочу еще кратко в конце упомянуть о нескольких результатах, ну, так сказать, примерах другого сорта. Значит, ну вот какие вопросы тут остаются? Ну, во-первых, в самом начале вот эти условия, которые написаны здесь, это условия строгой гиперболичности по Петровскому. Ну и известно, что в примерах гиперболических задач, там, которые в матфизике возникают, далеко не всегда они выполнены. Ну, например, если рассмотреть там в качестве вот этой системы линеаризованную систему, там, скажем, газовой динамики или линеаризованную систему магнитной гидродинамики или просто обычной гидродинамики Эйлера, то эти условия там не выполнены. Там имеются кратные характеристики. Но причем в газовой динамике, или там в обычной гидродинамике, там характеристики постоянной кратности, есть характеристики простые, а есть двукратные. Там есть так называемые акустические и гидродинамические моды. Вот гидродинамические моды – это характеристики двукратно выраженные, вот, а акустические моды – это простые характеристики. Вот, так что явно, ну вот прямо там эти условия не выполнены, значит, нужно каким-то образом модифицировать ответ. Ну вот, а если рассматривать линеаризованное уравнение МГД магнитной гидродинамики, то там, значит, имеются, ну там, значит, эта система… четырехмерная, в общем-то, вот, и там имеется два набора двукратных характеристик, это так называемые две альфвеновские волны. Вот. Ну и помимо того, что они сами двукратные, там еще есть точки, когда они между собой сливаются, и получаются характеристики кратности 4. Вот. Они сливаются причем не в одной точке p равной нулю, как здесь, а на целых поверхностях таких, вот, на поверхностях, в которых импульс перпендикулярен магнитному полю. Вот, ну вот, и как обходиться с такими ситуациями, вот эта вот конструкция ответа на это не дает. Вот, ну вот, и эти примеры как раз были разобраны в наших работах с Анной Ивановной, и в случае МГД, и в случае линеаризованных уравнений газовой динамики. Но там надо сказать, что ответы получаются даже более явные, чем в общем случае, потому что вот эти кратные характеристики, которые там есть, они зато отвечают линейным функциям Гамильтона. И поэтому характеристики проектируются однозначно на пространстве иксов, там нет фокусировки. Вот, так что ответ получается довольно явный. Вот, ну и про последний момент я упомяну в этом направлении. Он состоит вот в чем. Значит, ну вот я опять вернусь к простейшей ситуации волнового уравнения. Значит, вот тут описан асимптотический носитель решения. Спрашивается, что происходит вне этого асимптотического носителя. Ну, вне этого асимптотического носителя, как я уже говорил, решение имеет порядок эпсилон в степени n. Вот. N – это размерность пространства. Ну вот, до меньшей степени его это решение уменьшить нельзя. И этот момент принципиальный. Он связан с тем, что в гиперболических уравнениях, ну вот за счет именно того, что эти самые функции h негладкие при p равном нулю, имеется такая длинноволновая составляющая. Она просто… Ну, от эпсилон зависит регулярно, вот, и она вот ровно такого порядка, эпсилон в степени n. Ну вот, и возникает естественный вопрос, можно ли эту длинноволновую составляющую вычислить. Вот, значит, ну вот в общем случае, видимо, это совсем сложно, но вот в одномерном случае для одномерного волнового уравнения это тоже в нашей работе с Анной Ивановной было сделано. Ну, давайте я последнюю картинку нарисую. Если посмотреть на одномерное волновое уравнение,
взять начальные условия, локализованные в окрестности одной точки, то тогда, ну вот если мы ось х изобразим, возьмем вот точку х0, то тогда асимптотический носитель будет выглядеть как? Просто это х0 влево и вправо будет двигаться вдоль характеристик. Ну то есть если я тут еще время изображу, нужно выпустить из точки х0 две характеристики, и по ним будет ехать асимптотический носитель. Значит, вот эта вот гладкая часть длинноволновая, которая в данном случае порядка эпсилон, она не такая уж маленькая, она локализована в области между характеристиками. Ну и вот у нас в работе было доказано, что она находится из задачи Гурса. Нужно поставить правильным образом краевые условия на этих характеристиках, решить задачу Гурса во внутренности, и тогда эта задача Гурса дает для исходного волнового уравнения. Тогда эта задача Гурса дает нам эту самую часть решения, которая не локализована на характеристиках. Ну вот, пожалуй, это все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо. Давайте поблагодарим Андрея Юрьевича. Так, есть какие вопросы? Время для вопросов достаточно. Андрей Игоревич, можно такой вопрос? Вот простое, да, что уравнение газодинамики. Нестационарные гиперболические. Вот свободные члены учитывали? Свободные члены правой части? Да. Она учитывается более-менее стандартным образом при помощи там, принципа Дюамеля. Эту правую часть можно свести к начальной функции. То есть если правая часть такого же сорта, ну вот это какой-то локализованный источник, он может двигаться со временем, то ответ ровно такой, но плюс еще будет интеграл по времени, будет интеграл Дюамеля. Так что в этом смысле да. Не, ну там же как, вот сами характеристики не изменятся, да? Свобода члена не влияет на направление характеристик. А условия совместности вдоль характеристик правой части уже входит. Что? Условия совместности вдоль характеристик правого источника члена уже входит. Вот как они скажутся в вашем решении? Ну вот одномерное уравнение, даже вот вы, обычное одномерное уравнение газодинамики с источником членом, допустим, за счет химических реакций там или из других. Направления характеристик как были, так и остаются, правильно? А условия совместности вдоль характеристик уже источник и член войдет. А вот как он скажется на начальном распределении, которого... Как на носителе скажется? Да, да. Ну вот это вы, честно говоря, в деталях не изучали. Ну, то есть понятно, как это делать, да? Это просто надо. Пока не делали, да. И вот второй вопрос такой, он может, наверное, к вам слабее относиться. Вот при решении практических задач проблема возникает с граничными условиями. То есть вот как-то начальные условия задачи Каши, она еще, вот числами ты считаешь, она их проглатывает, там сходятся, хотя вот и характеристики могут схлопнуться для смешанных задач, деление звука наступает, они там вырождаются. А вот граничные условия... Нет, мы так прямыми задачами подробно не занимались, но в простейших случаях, ну там, скажем, вот в одномерном случае, если задача на полуоси смотреть, то это все делается, то там характеристика отражается. Ну да, вот, так надо условия ставить... Одна же характеристика выйдет из области. Да, нет, ну как, вот характеристика, если он дает x равно 0, она вот сюда попадет, потом она сюда вот отразится. Не, ну... Там еще вот это будет область. Ну и если начальные условия взять такие же, то значит они будут на этой характеристике, на этой. Если надо задачу Гурса решать, а здесь задачу дорогу. Не, ну если дозвуковое там истечение будет, одна характеристика пойдет из, выйдет из расчетной области, и там граничные условия, как раз надо ставить. Ну, я для уравнения газодинамики говорю. Ну, все, спасибо, понятно. Спасибо. Еще вопросы, Андрей Игоревич? Спасибо, Андрей Игоревич, еще раз, да. Значит, по регламенту у нас кофе-брейк до 3:10.